Сереги, я сам. Из Алабамы! Мать ее за ногу, а? Ой! Гривен, дорогие. Не, немножко. Пивом на чуть-чуть. Угли. О, мама родная, налей бокал вина. Ребята, привет, привет, привет. И сбоку два привета. Оксанчик. Дорогой, ты знаешь, у нас в комментариях был вопросик. Да. Что у вас других друзей нет, вы все черного снимаете. Есть друзья, вот сейчас мы сидим у друзей, вот у них сауна. Сейчас вот здесь вот напаримся, пивка нахлещемся. И в холодненький бассейн сейчас как раз гонимся. Это вот мы сегодня его покажем. Как раз это будет сегодня. Просто не всегда люди хотят сниматься. Да. Не хотят. Сниматься опять, это как грубо сказано, сниматься. В роликах. А, в роликах. И принимать участие. Итак, Сергей Иванович прыгнул в чужой бассейн. Бассейн наших друзей, которые не хотят сниматься в наших роликах. Благодать. Ой. Выключай, не надо меня это. Люди просили рассказать про твои татуировки. Ты собираешься это делать? Нет. У меня еще нет того готового, чего я должен был сделать. Ага. Ну ладно. О, нет. Я побежал. Пошли быстро, быстрее. Так, я решила просто заснять небольшой кусочек на тот вопрос, что у друзей, у русских друзей, вот, русская еда, куриные крылышки, салат с крабовыми палочками, закусочка, пиво голландское, люди, голубцы подали. Прелесть просто. Просто прелесть. Из России, что ли, блюдо? I just got to ride in the black one. Биски. We were over there in the cotton field riding. Биски. Я, наверное, лошадей только в зоопарке гладила. You're such a rotten baby. Ханпу. How is your daughter? Oh, she's doing great. She just got a scholarship. You have nice girls. Thank you. Marceline, she's something else. She is so sweet. She graduated. Как красиво смотрится бассейн с подсветкой и вода и эти фонари все. Фонари, классно, ага. Вот видишь, он бетонный сделал. Себе же делал. Красиво. Приятненько. Не хочешь ничего мне рассказать смешного? Вам? Да. Нет, ничего. А, ну ладно. Пока. Пока. Вечно зеленый плющ в Алабаме всегда обвивает здание. И вот такую пристройку сделали наши друзья. То есть сауну своими руками. Ребят, просто конкретно. А ты что дверь открыла? Вау! На два человека. Да. Ну, если потесниться, можно и вчетвером.
Ну да. Ну если можешь поместиться, можно в пятером одного менять вон. А одного посадить на угли. Если задницы его. Как в молодой гвардии на горячую плиту посадили кого-то. Будешь по-нашему жить или нет, сволочь я такая. Жик его задницы на это. Ай, даже мне скажешь.